Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Меня ваша добыча не интересует. Мне нужна чародейка, которая здесь жила. И ты думаешь, мы в это поверим? Да. Должно быть, залегла в какой-то норе, как все остальные. От кого она скрывается? Храмовая стража взялась за магов, травит их, как крыс. Кто может знать, где она скрывается? Я бы ее поискал в гнилой роще. Гнилая роща. Интересное название. Гнездо отбросов и страшилищ. Порядочного человека там не сыщешь. Поэтому ты и решил, что моя знакомая там? Я никого не хотел обидеть. Где эта гнилая роща? Понятия не имею. Но говорят, там нищие и всякие чудные ошиваются. Тебе там самое место! Может и так, только я не знаю, где это. Говорят, туда можно дойти по каналам, которые выходят где-то за городом. А где именно, мало кто знает. Ну или нищих поспрашивай. Или найди вора и выследи его. Поговаривают, что нищие воры платят дань королю нищих. Значит, они и про гнилую рощу знают. Значит, здесь у нищих свой король? С короной, со скипетром? Зря смеешься. Это прозвище, понятное дело. Только с королем этим каждый в Новиграде считается. И ты поосторожнее. В рощу даже Менги не суется. Кто меня звал? Чего хотел? Менги. Храмовая стража. Взять это воровское семя в комнату дознания. Но, господин, за что? Это ж барахло чародейской суки! Так, по-твоему, их имущество можно грабить? Но магии и чародейки вне закона. Но их скарб — забота храмовой стражи. А Новиград — город законопослушный.